Татарстан, город Павлодар, собрались переименовывать 30 улиц. Русские названия дать казахские. Ну вы постройте города свои казахские, там давайте названия казахские улицы. А что на чужом-то делать? Еще Петр Первый, так сказать, форпост там был установлен, Коряковский, и защита добытчиков соли. Там не было никаких государств, степи, кое-где кочевники. А соль недалеко там, в Оренбурге, да и там, в Павлодаре, где будущий город. Где вы были, Казахстан, 300 лет назад? Вас же не было. Джунгарские племена были, но племена, страны Джунгарии не было. Ну, и вот, все переименовывают. Думают, что человечество забудет, и все это останется казахом. Никто ничего не забудет. Русский мир, русское пространство восстановит свои границы. И будет наведен порядок.